Доброе утро, моя семья и моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, доброе утро. Сегодня мы с вами будем делать изумительную приправу для похудения. С ее помощью у меня также уходят жиры, у меня расщепляются, у меня чистится организм, кишечник и удаляется лишняя жидкость. Почему? Потому что там у меня такие ингредиенты, как? Ну, во-первых, тмин. Давайте посмотрим. Вот он. Вот это тмин. Его я беру обычно, ну, у меня хватает на неделю, может быть, на полторы, 2 столовые ложки тмина. Вот это тмин. Вот его применяют, я не знаю, даже в форме чая. Я его применяю в форме чая, не знаю, как вы. И добавляю, когда чай, чайную ложку, и завариваю с 1 чайной ложки тмина, то на меня действует очень он положительно в плане расщепления жиров. Вообще тмин, он обладает отличным противовоспалительным эффектом. И вот как раз он способен выгонять лишнюю жидкость из тела. Он имеет отличное антисептическое свойство. Если бы люди знали, они бы не стояли в очереди в аптеку. Они бы не спасали фармацевтические компании. Они бы не травили своих детей таблетками и себя. Кстати, еще тмин, он умеет заглушать чувство повышенного аппетита. Он улучшает и нормализует метаболизм в организме. Очень люблю тмин. Вот присмотритесь к этому семени. Растет вообще просто. Бросил, и он вырос. Он даже сам может расти. Я тмин выращиваю у себя в летней резиденции, а также я тмин выращиваю не только у себя, на берегу озер в лесной местности. Я просто бросаю там семена возле озера. И потом смотрю, прорастает. Вообще он сам растет. Он изумительно просто растет. А, кстати, хотела сказать, что в Пакистане созданы такие таблеточки из тмина для похудения. Отлично помогает. Но мы не знаем, что туда положили, каких червей и какие там ингредиенты все. И только ли тмин там. Поэтому остерегайтесь фармацевтических компаний, остерегайтесь аптек, не стойте там в очереди. Вы ведь не знаете, что туда положили и как эта таблетка, которую вы даже можете ее называть, ну пусть так, аналгин, да, как она подействует на вас через 2 недели, через месяц, что это будет с вами. Это название такое, а что туда сейчас кладут, чтобы посадить людей на аптечные препараты, мы не знаем. Я вообще очень к этому осторожна. Ко всем химическим препаратам я очень осторожно отношусь. Я не порчу свой организм. Он запрограммирован Богом идеально. Идеально. И работает он у меня уже более 20 лет без таблеток идеально. Просто идеально. И я помню то время, когда, ну, лет 20 назад, я чуть что, головная боль или еще что-то, я бросалась с таблетками. Так я потом к сестре, я ей звонила и просила, говорю, слушай, так, такие головные боли, что вроде вот это уже таблетка не помогает, уже это. И она мне даже какой-то ибуфен или что-то присылала, и я вот даже его. А потом думаю, нет. Купила книгу Дон Колберта, прочитала, и мне все стало понятно. Потом я познакомилась с профессором Неумывакиным. Потом я вообще все поняла. И 20 лет очищаю организм. 20 лет уже как бросила раз и навсегда эту гадость, эту всю гадость. Использую только природные средства. Так вот, что еще? Что можно еще сказать про тмин? Он улучшает всасывание и расщепление жиров. Он способен повышать моторную функцию желудка. С
совершенствует секрецию желудка, выступает в роли слабительного средства, не так, чтобы очень, но когда чай мы делаем, это я делаю так себе, но это я говорю про себя, я не говорю вам обязательно пить, ни в коем случае не надо так воспринимать никакую информацию, никогда не смотрите рекламу, которая идет по телевизору, и буквально воспринимайте ее. Многие люди воспринимают буквально. И когда видят в аптеке тот или иной препарат, у них щелкает в голове, и они покупают. Вот так работает реклама. Так не делайте, девочки, мальчики. Смотрите внимательно на растительные вещества, на те растения, которые нас окружают. Это то, что природно заложено Богом в нас, то, что мы должны употреблять. То, что искусственно сделано людьми, мы не должны употреблять. Химическим путем это ненормально, это не наша природа. Кстати, еще я завариваю чай, чайная ложка на чайную ложку, это укроп и тмин, и это изумительный чай. Немножечко мятки кладу и ромашки, чуть-чуть, так, по вкусу, как вы любите ромашку. Может быть, кто-то не терпит ромашку, я не знаю, у каждого свое. Но у меня именно такой чай. Это если я хочу, я, допустим, пью его всю неделю, очень осторожно с продуктами, в основном на овощах, немножко белого мяса, грудинки, куриной или индюшки. Все. Из меня выходит все, что мне не нужно. Просто чай я этот пью много, раза 3-4 в день. Ну и вот эта приправка у меня закончилась. Поэтому я ее делаю и включила вам камеру. Итак, тмин, фенигрек, или как его еще называют, пожитник, и черный и душистый перец. Всего три ингредиента. Я тщательно смешиваю на своей чудесной, чудо. Сейчас покажу вам. У меня чудесная кофемолка есть. Кто-то уже видел. Кофемолочки у меня сбоку здесь, я фирму не буду показывать, то скажут, специально рекламируют. Нет, я просто советую купить людям вот такую. Здесь, видите, такая штучка, отодвигаете и всякие разные насадки. Сейчас. Оп, вот. Здесь насадки для всех специй, для всех абсолютно, а также для любых, вот. Это я насадку поменяла, одну сюда положила, а другую вставила. А также насадочки. Вот такая вот насадка сейчас у меня будет. Вот такая насадка будет у меня. Это я высыпала сейчас одну приправку, одну серию. Сейчас буду делать вторую серию. Включила для вас специально камеру, чтобы поделиться с вами этой приправкой. Вот, видите, здесь любое семя, здесь можно делать муку. Мукомолка и разные, не только кофемолка, и разные приправы. В общем-то, я эту приправку называю приправой для похудения, чистки организма и крови. Потому что вот ясно, что тмин, он выводит из организма шлаки и токсины. А вот этот фенугрек, это я вообще считаю женским и мужским спасением. Потому что вот семена пожитника или фенугрека, как его называют, сенного, его используют для укрепления женского организма и даже терапии заболеваний женской половой сферы и мужской. Фенугрек, он является главным компонентом знаменитого травяного лекарства пингхен. Есть такое лекарство. Но кто в этой области общается? Врачи, они знают, что такое травяное лекарство пингхен. Известное природное средство в Европе. Это от менструального дискомфорта. Вот смотрите, европейские врачи, они используют вот это, именно это для нормализации менструального цикла и так далее. Наши же врачи чисто зациклены на выписке целого списка химических препаратов, которые просто уничтожают всю женскую половую систему. И потом вы подготовлены после химических препаратов для чего? Для операции. Для набивания карманов аптек, набивания фармацевтических компаний и бизнес рвачей и прочей всякой нечисти. Меня это не интересует лет 20, поэтому
я использую вот эти природные антиоксиданты, вот эти природные антисептики, вот эти природные, скажем так, антибиотики. Потому что кроме как тмин, как антибиотик, не назовешь. Пажитник тоже это антибиотик. Ну и, естественно, душистый черный перец. Сюда хорошо еще добавить лимонный перец. Поэтому я вот свой лимонный перец тоже сюда добавила. У меня получилась смесь перцев. Но если у вас нет, то не нужно. Достаточно вот этого. Кстати, еще пажитник. Он восстанавливает после родов, девочки, кто после родов, стимулирует пролактин для увеличения, так сказать, выработки молока у кормящих матерей, если вот девочки молодые, кормящие мамочки, чтобы вы знали, что пажитник вам необходим. Кстати, девчонки, для всех, поддерживает упругость и увеличение груди. Пажитник, пажитник. Ну, про него я буду рассказывать отдельно, потому что он еще и сапонины содержит, а это вообще прелесть. Он изумительный, скажу, пажитник изумительный, используйте его. Повышает тонус, в общем, жизни и потенцию тоже повышает. Вот. Дальше. Восстанавливает организм после операций. Ну, а про перец, что там рассказывать? Душистый перец, вот такой вот. Кстати, я перец тоже выращиваю. Вот этот вот перчик душистый. Вот именно он. Это недозрелые плоды такого вечно зеленого тропического дерева. У него беленькие цветочки. А у меня тоже беленьким цветет лимонник. Это тоже вот здесь тоже я добавила его белый, который я говорю, белый. Он вообще красный, но шелуху я убираю. А вот это тоже похожие на лимонник плоды. И вот плоды душистого перца, они вообще-то ягоды. Сначала они сине-зеленого цвета, а после сушки такие шероховатые, вот бурые такие горошины, чтобы вы знали, что это плоды. Они в 2-3 раза более крупнее, чем у черного перца. Вот потому что черный перчик маленький. Это тоже плоды такие своеобразные. Цветки тоже используют. Кстати, его используют фитотерапевты, а поскольку у меня это занятие одно из самых главных, я почти, наверное, выкупила всю литературу, которую только можно выкупить, и вычитываю в оригинале в английском, на английском языке все про вот эти вот всякие вещи. И душистый перец, он, кстати, если его сварить, а затем измельчить зерна, используют при лечении ревматизма. Вот это вот я вычитала, так делают мексиканцы. Он является компонентом мазей, предназначенных для лечения таких защемленных, знаете, нервов позвоночника. Говорит, мне защемило. Вот именно этот душистый. А эфирное масло, вот, которое входит в состав этих зерен, имеет лекарственные свойства. Там энергетические, антисептические, регулирующие пищеварение, даже предотвращает запоры. Поэтому, поскольку вот это вот предотвращает запоры, вот это и вот это слабит, то получается у нас уникальная смесь для похудения и для куриного, индюшиного, в общем, мяса птицы. Кто любит готовить мясо птицы? Вот для вас это приправка. Мало того, что это изумительный аромат, это еще и антибиотик, антисептик и приправа для похудения. Очень мощная чистка, очень. А вот пажитник, он вам даст такой, знаете, запах грибов. Такой необыкновенный запах грибов. Это бобовый. Итак, давайте будем перемалывать. Я на секундочку отключу, чтобы вам не мешать. Ну вот, я перемолола, девочки, и я выложила на салфеточку, потому что мне нужно, чтобы ни влага, ничего не попадало. Я сейчас переложу в специальную баночку, но прежде я добавлю где-то одну чайную ложку куркумы. Итак, у меня ушло 2 столовые ложки тмина, 2 столовые ложки пажитника сенного или фенугрек, как его называют, чайная ложка смеси
душистого перца и черного перца. 1 чайная ложка, 1 чайная ложка куркумы. Куркума, она вот придает такой вот цвет. Здесь именно она как для цвета нам нужна. Получается велик, хотя это тоже антисептик прекрасный. Про куркуму я рассказывала, поэтому я подробно говорить не буду ничего о ней. Получается вот такая вот шикарная вещь. Куда я добавлю? А я приготовила, ну, что-то типа чахохбили, но только свое чахохбили, потому что я ничего не обжариваю. Свое еще потому, что я не кладу картофель. Вместо картофеля я кладу топинамбур. Да, и по многим причинам. Сюда ушла целая курица, кстати. Целая-целая курочка. И у меня закончилась эта приправка, но сейчас вместе с вами я ее сделала. А именно вот она... Кстати, можно и хмели-сунели сюда добавить, но я не буду. Вот именно она такой запах дает, обалденный. Ну, вот и все, дорогие мои. Наша приправка для похудения готова. Делайте ее, используйте ее, худейте на здоровье. Но и не забывайте пить чай. Кто хочет реально похудеть, это 1 чайная ложка тмина, 1 чайная ложка укропа на 300, а то можно 350 миллилитров кипятка. Добавляем туда также где-то, ну, пол чайной ложки ромашки, потому что ромашка – это тоже антисептик природный. В принципе, можно на этом и закончить. А кто хочет, добавляет еще свои какие-то травки интересные. Это будет замечательная смесь для похудения. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Ну, а я сейчас заполню свою очередную баночку очередной своей приправкой. Пока-пока.